Привет, рыбаки! Валера Рыбак на связи. Выбрался на рыбалку, тоже разведку. В общем, давно я не снимал просто рыбалки, что поймаем, покажем, что не поймаем, не покажем. В общем, так что смотрим. Также сегодня встретимся с одним моим героем из видео, из предыдущих, который тут, можно сказать, уже рыбачок с опытом. У него очень много трофеев. Ловит он на Рейне в Германии, не в Голландии. В Голландии ловят одни читеры. Так что смотрим. Короче, приехали мы наконец-то. Вот он, про кого я говорил. Да, поздоровай. Всем привет, народ. Вот. Мы давно не виделись, да? Да. Денек опять здесь. Вот. Приехали, короче, попробовать половить джериха. Ну и окуня. Ну, окуня, да, тоже это... Посмотрим, если там нам браконьеры дадут половить. Да, первое было, что за окунем приехали сюда. Но там пока место занято. Решили побежать здесь по жереху. Может, что получится. Угу. Рыбачу, как обычно, я на сальму, на жереха. Что вот за сальма, как называется? Сальма триль 7,5, если я не ошибаюсь. Угу. Так, здесь даже написано. Да, сальму триль 7,5 угу. сантиметра. Комплект, Жека? А то все мой комплект знают, Жеки никто не знает. Нет, да, мой тоже. Это цек-черри 2,50 угу. до 18 грамм. А катуха? Катуха 2,5, страдик старенький, работает, пашет. Шнурок дайвовский. Окей. 0,6, если я не ошибаюсь. Окей. А 8 или 4 жилка? 8 жилка. Понял. 8 жилка. Вот так вот мы и бродим по берегу. Ну, пока упор по жерешку. Сейчас будем пробовать. Ну, а там будем попробовать с теми браконьерами договориться. Потому что перекрыли они своими самячьими растяжками все на свете. Картинка, говорю. Джунглям пытаюсь пройти. Так вот места на Рейне и ищутся, чтобы знали. Короче, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Пословица хорошая, но работает. Так что же нужно для успешной ловли жереха? Конечно же, длинный спиннинг, чтобы кидать далеко. И шнур потоньше, желательно до 0,6 размера по Японии. Чем дальше бросаешь, тем крупнее жерех. Ну и, собственно, ищите перекаты на Рейне, на Майне, где есть перекат, это видно очень хорошо, там и есть жерех, либо перед перекатом, либо после переката. Вроде Жека завалил жереха сейчас. Сейчас достанет без нас. Короче, ввалил жереха все-таки, молодец. Идем, идем, Жека. Хороший. Молодчага. Я тут по воде, наверное, и не пройду, блядь. О, красавчик. Валил, Жека. Бахнул конкретно, да. Блин. Красавчик. Вот она и сальма. Вот она и сальма поймалась. Килограмма 2, да, Женька? Поздравляю. Молодец. Поймал. Жерех? А что за проводка? Сейчас уже приманка другая, сейчас ловлю окуня.
Жереха поймал на эту же палочку, на цыковскую, да, как и до этого рассказывал. Поймал на сальму триль. Угу. Проводка самая простая. Течение, скажем, идет у нас в правую сторону. Кидаешь немножко левее, ну 45 угу. градусов левее. Приманку сносит течением. И делаешь небольшую отдачу. Угу. Это кончиком удилища делаешь небольшую отдачу. Окей. И этот сальму, воблер, сальму триль, он сбивается, да? И вот при этом сбивании тогда уже происходят поклевки жереха, в основном. Угу. Второй способ этого проводки, просто тянешь, крутишь себя монотонно и все. Тоже в прошлом году так хорошо работало. В этом году вот работает немножко вот этот вот, как твич, не твич угу. назвать его, сбивание. Поддергивание. Да, поддергивание угу. шпицей. Понял. Чтобы не терять. На рыбалку времени не так много у нас, кстати. Жека славится своими экспериментами тоже, да. Короче, что я могу вам сказать. Он меня, все, что можно. Вот разведчика, вот этого воблера, что я вам говорил когда-то, так это его находка, а не моя, товарищи, что вы знали наперед. Вот. Ну, говорю, надо, надо пробовать. Надо все пробовать. Да. Не попробуешь, не узнаешь, блин. Да. И Рейн, ну, это трудовая рыбалочка. Да, на ранний труд, очень трудовая. Еще и погода так сильно да. меняется, что... Ветер. Да. Так, вот что вот такие дела. Сейчас начинается уже. Ты чё? Вот такая погодка. Хорошо, что курточку взял. Пока дождь, он клевать не будет. На хаузе. Поехали. Оскому сбил Евгений. Скажи всем пока.
Да, не, у меня хороший дождевик. Вот. Идем по лесу. Гром гремит, дождь. Романтика, ребята. Рыбалочка. Такая тоже была. Вот. Вот такая вот вышла рыбалочка. Пройдено 3,5 километра. Порыбачили всего часок. Но то, что я хотел вам донести, я вам донес по жереху. Надеюсь, вам это будет полезным. Все, всем пока. Валера Рыбак. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну и колокольчики там, как всегда. Все по стандарту.